Не все знают, но номер на маломерном судне должен располагаться в определенном месте. Это место как носовая четверть, да? Середина номера на передней четверти судна. Да, середина номера должна быть на передней четверти судна. А так получилось, что на этой четверти у нас было название. Поэтому нам пришлось, извиняюсь за нелитературное слово, отодрать название. Самое смешное, что отдирала жена. Отодрала жена. Да. И сейчас мы удаляем остатки клея. Вот здесь видите ноги. Для того, чтобы наклеить на место отодратого названия новый номер. Клей оказался очень жгучим. И чтобы его отодрать, до конца приходится использовать бензин. В качестве растворителя. Да, в качестве растворителя. Поджигать не собираемся. Так как растворитель у нас потерялся. Вот самое интересное, вроде лодка небольшая, но в каюте все теряется. По ГОСТу номер должен быть на первой четверти судна, середина номера должна быть. Я сейчас измерю номер, чтобы отметить его середину, измерю корпус судна, тоже поставлю метку, где его середина. Соответственно, потом будем прикладывать номер, чтобы зачищать весь корпус лодки, а то он пылится, грязнится, и приклеим. По-моему, ты чересчур заморачиваешься. Возможно. Я вот смотрю номера, у кого где. Старые образцы. Посмотри, у кого новые образцы. У нас новый образец. Просто раньше таких правил не было. Так, 92, 46. 46. Ну, на шестерке. Зачем тебе ручкой так можешь запомнить? Я вот. У меня есть маркер. Господи. Здесь у нас середина. Теперь здесь. Вот у нас 55 сантиметров. Первая четверть будет заканчиваться на 55 делить на 2, это 55 сантиметров, 550 сантиметров. Это 275 и делить на еще на 2, 137. 137 с половиной. Ну, 137 сантиметров. Ну, опять же, все будет не очень прям точно, но с достаточной точностью. Не утопи номера. Давай я их посторожу. Измеряем мы от форштевня. А вот только форштевень нужен внутрь. Погрешность само собой у нас вполне себе допустимо. Ты нормально себя чувствуешь, Нормально. Нормально. Ну, паруса давай раскрывай. Где у отметки? Середина номера. Ноги убери за твоими ногами. Она белая, чтобы ты. Вот, ну, получается, середина номера как раз вот напротив нашего названия. Нормально? Тебя устраивает? Нормально. А что? Есть варианты, если да. Все по ГОСТу? Да. Я бы вообще на задницу наклеила это. Ну, видишь, по ГОСТу спереди. Так этим номерам пишут, что можно двумя способами наклеить. Сухим и мокрым. Мы будем сухим. Мы будем мокрым. Потому что сухим приклеил, она больше не отклеится, и нужно потом в строй сложно выгонять. А мокрая, она пока лодка влажна, будет туда-сюда, его можно подвинуть и выровнять. Гораздо легче, гораздо проще, гораздо приятнее. Подготовим борт, сначала обезжирить. Чем будем обезжиривать? Дядя Витя купил специально обезжириватель. Дядя Витя, это тот дрыщ с бородой. Ай, треснули, вот зачем они его бьют? Уж он же пьяный. Лишь отдыхает. Да еще по всему борту прошлись. Видно восток? Да.
Бедный Восток. Я выжгу заодно свои руки. Чтоб не быть жирным. Вот, так, вот почему ты такой худой. Да. Ты весь обезжиренный. Чем, на какой высоте будем клеить? Что? На какой высоте будем клеить? Ну, повыше. Сейчас я подготовлю мыльный растворчик. Я намочил эту поверхность, куда буду клеить. Мыльной водой. Пленка двухслойная, точнее трехслойная. Первый слой бумажка, второй слой сами буквы, третий слой защитная пленка. Так поклеил, ниже, выше, смотри. Так, так. Че, я сразу же угадал? Не криво оно у тебя? Ну вот я и спрашиваю, не криво ли оно? А мне не видно. Да, по-моему, нормально. Так, теперь буду разгонять. Что-то она рвется ведь. Ничего, это защита пленка. Но мы ее все равно снимать. А вон там вот люди нарушают правила и набились очень большим количеством в лодку, рассчитанную максимум на 6 человек. Сколько их? 10? Ну, номер нанесли. Теперь через пару часов можно будет снимать защитную пленку. Да? Да. Теперь нам нужно другим бортом лодку передвинуть. Ветер утомился. Второй борт. На камеру, да? Очищают второй борт от остатков клея. После того, как мы сняли буквы с названия, для того, чтобы освободить место для номера. Рабочий не ладен. Почему как в машине нельзя номер старого хозяина ставить? Теперь повторяем ту же процедуру. Чего? Только на другом борту. Друзья, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующее. Задавайте вопросы, пишите комментарии, мы всегда рады помочь.